Ну все, что, поели, нужно ехать дальше. Глянете над Москвою утро весеннее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль-то. Тормознули воды набрать, а тут в кустах бекон бегает. Мне, как городскому жителю, конечно, охуеть, какой он огромный. Удивительная фигня. Ладно, погнали дальше. Ну что, у нас очередной привал. Сейчас кофеварим. Поедим и дальше поедем. Мы в позапрошлом году здесь уже останавливались. Кстати, как тогда, здесь тоже опять орел орет. Ну, там наверху где-то. Интересно, тот же самый, нет? Смотрите, какое красивое место. Пока что это самое прикольное место. За 8 дней нашего путешествия. Ну что, мы в Бийске, короче, зарулили тут в ленту. Так, меня тут народ, короче, спрашивал, для чего нам прицеп. Прицеп нам, ну, помимо того, что дранки, короче, разобрать с Красноярска, мы, самое главное, везли с собой сюда вот такую вот гоночную резину. Это, короче, чтобы вы понимали, раллийный мишка. Просто в прошлый раз, когда мы ездили, два года назад, получается, мы там, короче, несколько раз пробили колеса боковыми порезами. В этот раз мы подготовились, решили резину взять по зубастей. Вот. Профилем повеселее. С боковиной хорошей. На двойке у нас стоит редуктор, короче. И самое главное еще, с блокировкой. Ну все, готовченко. Уже, правда, стемнело. Завтра покажу, как выглядит. Ну, по ощущениям, сантиметров на 5, как будто машина выше стала. Джипай пойдет. Нам для дела самое то.